Дорогие друзья, доброе утро. Рад приветствовать всех, кто собрался в столь ранний час у экранов своих телевизоров. Сегодня суббота, на календаре уже 11 июля, и встречает с вами этот новый день программа «Утренний фреш» и я, ее ведущий Александр Лупиненко. В этом выпуске я расскажу вам, какие фильмы и передачи своим зрителям предлагает телеканал «Беларусь-4 Гомель» в эти выходные и в течение следующей недели. Не переключайтесь. Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность осадков, синоптики не прогнозируют. Днем столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла. Ветер южный скоростью до 7 метров в секунду. Телеканал «Беларусь-4 Гомель» предлагает зрителям фильм «Графомафия». Успешный издатель нанимает мечтающих о славе графоманов, чтобы присвоить роман талантливого писателя. Книга должна принести славу ее обожаемому сыну, но тот равнодушен и к славе, и к литературе. Он любит дорогие машины и красивых девушек. Банда графоманов с энтузиазмом берется за дело, ведь цена успеха – издание их творчества. Но оказывается, применять жестокие методы в жизни сложнее, чем написать триллера. У каждого свое представление об успехе и счастье. Для одних это встреча с возлюбленными, для других популярность на просторах сети, а для кого-то предел мечтаний – увидеть свое имя на обложке книги. Смотрите сегодня в эфире «Беларусь-4 Гомель» в 12:05. Телеканал «Беларусь-4 Гомель» предлагает зрителям сериал «Принцесса цирка». В провинциальный городок приезжает цирк, и внутри этого маленького мира кипят нешуточные страсти. Завоевать сердце виртуозной гимнастки решили сразу двое – братья-близнецы. В первом из них девушка увидела мужчину своей мечты и ответила ему взаимностью. Но неожиданно работа вынудила его согласиться на дальнюю и долгую командировку. А в это время его брат-близнец решает не терять времени даром и выдает себя за другого. Также сегодня вечером смотрите в нашем эфире художественный фильм «Анастасия Слуцкая». Это историческая драма киностудии «Беларусьфильм». Действие происходит в начале 16 века. Богатые белорусские земли, которые входят в состав Великого княжества Литовского и находятся на пересечении торговых путей, подвергаются нападениям татар. Быстрыми набегами крымская конница достигает все белорусские города. Завоеватели штурмуют крепости, грабят население и угоняют людей в рабство, оставляя после себя пепелище. Но на пути войска татар, среди немногих, кто еще не побежден, встают храбрая дружина и отважные жители Слуцка. А сторону обороны возглавила княгиня Анастасия Слуцкая. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 18:25. Сегодня вечером в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» фильм «Воспоминания о будущем». Британская женщина вспоминает о том, как она жила во времена Первой мировой войны. Ее юность, мечты, первую любовь – все это разрушила война. Включайте телевизор в 20 часов 25 минут. Пять туров, пятерка игроков, каждая из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в викторине «Эрудит пятерка». Ведущий Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свои лучшие качества, умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. Интрига держит зрителей и болельщиков в приятном напряжении по воскресеньям. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 12 часов 10 минут. Классный час. Детская познавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Это первая передача в региональном телеэфире, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Авторы передачи задались целью воспитания и образования детей и юношей. Проект выполняет развивающую, образовательную и развлекательную функции. Он направлен на развитие нравственности, общечеловеческих ценностей, поддержание качественного, интеллектуального и культурного уровня молодежи. Целевая аудитория – дети от 10 до 16 лет. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье в 12 часов 40 минут. В
Воскресенье вечером в эфире «Беларусь 4 Гомель» фильм «Репродукция». Талантливый ученый, биолог теряет в автокатастрофе свою семью. Одержимый желанием вернуть к жизни жену и детей, он приступает к закону научной этики и даже самой природы. Что из этого получается, смотрите на нашем телеканале «Воскресенье» в 20 часов 35 минут. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управления комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь 4 Гомель» в понедельник в 19:20. Номер телефона прямого эфира в Гомеле 34-00-43. «Тело человека» – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Включайте телеканал «Беларусь 4 Гомель» во вторник в 19:30. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Смотрите новые выпуски со вторника по пятницу, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь 4 в 20:25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Пишите к нам на Viber, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная и культурная темы раскрываются через конкретных героев. Работников местных хозяйств и сфер услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Смотрите на телеканале «Беларусь 4 Гомель» по будням. Сериал «ОСА» – особая следственная аналитика. Это остросюжетный сериал от создателей знаменитого «Следа». Он рассказывает еще об одной специальной группе, которая расследует необычное преступление. Эксперты ОСы берутся за дело тогда, когда кажется, что преступники не оставили за собой и следа, а традиционные следственные методы только тянут время. ОСА создана именно для таких случаев. В каждой серии эксперты распутывают преступления, показывая зрителям всю цепочку своих действий. Включайте наш телеканал по будням в 18:25. Также по будням в нашем эфире сериал «Пятая стража». В городе Светлогорске работает одно небольшое, но очень странное детективное агентство. Все сотрудники этого агентства обладают уникальными способностями. Они могут раскрыть любое преступление, им по плечу даже самая сложная задача. Смотрите на телеканале «Беларусь 4 Гомель» по будням в 21:30. Как всегда, новый день с вами встречали программа «Утренний фреш» и я, ее ведущий Александр Лупиненко. Как всегда, хочу пожелать вам только хорошего настроения и улыбок окружающих вас людей. Сегодня суббота, а это значит, что у многих впереди два выходных дня. Постарайтесь хорошенько отдохнуть и набраться сил на предстоящую рабочую неделю. Увидимся в понедельник на телеканале «Беларусь 4 Гомель».